представляем инновационный материал. Это керамика Арскин. Это крупноформатная плита керамическая толщиной 3 мм, 5 мм. Большой формат, который на рынке появился вот 6 лет назад. Дизайнеры, архитекторы начинают его понимать, пробовать и работать с ним. Также представлен новый продукт, который был придуман в Италии, но сделан нашими российскими руками на нашем российском производстве. Материал смальтокерамика. Материал для изготовления художественных мозаик высокого уровня. А что он из себя представляет? Это некое тесто, в которое вы можете замешать абсолютно разные цвета. Оно имеет несколько фактур, матовые, глянцевые. Также его можно заполировать и, в принципе, собирать любые эскизы, любые рисунки, которые могут прийти в голову заказчику, дизайнеру, архитектору. Продукт легко режется, легко укладывается, монтируется, шлифуется. Он суперпрочный. Образцы можете получить у нас в офисе, который находится на Павелецкой. Ho fatto il ceramista per circa 30 anni e non soddisfatto della ceramica che facevo, sono arrivato dopo varie prove, varie ricerche a ottenere questo tipo di prodotto innovativo. Perché innovativo? Perché si decora a tutta massa. Cioè si decora l'impasto e si ottengono in modo particolare e adattissimo per imitare le pietre naturali. Oltre a fare svariate tonalità di colore. Cioè per questo è un prodotto che si può levigare, cioè può andare sia a parete che da pavimento. Altra cosa importante di questo prodotto è che è un prodotto ecologico, perché nasce dal riciclaggio del vetro.